Чувашских спортсменов-зимников поздравили с успешным окончанием сезона. Они участвовали практически во всех крупных российских и международных соревнованиях. 2017 год действительно был сложным годом, и тем заслуги наших спортсменов становятся еще выше. Успешнее всего этот сезон сложился для девушек. Впервые в истории сразу две представительницы Чувашии выступали на зимних Олимпийских играх. Однако сами спортсменки результатами стартов остались недовольны. Хотелось бы лучше. Считаю, что недостаточно хорошо выступила. Конец сезона, конечно, у меня прошел довольно не так удачно. Я заболела. Пришлось с температурой не тренироваться, пропустить много тренировок. Это очень сильно повлияло. Я потеряла форму, и уже было нужно было время, чтобы заново набрать ее. И поэтому пришлось, можно сказать, раньше чуть закончить соревновательный именно период. Вот. А так сезон прошел для меня. Я очень рада, что вообще у меня была такая возможность участвовать на Олимпийских играх, потому что для меня это такой большой опыт. 18-летняя Кристина Кускова взяла серебро на первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров. Я считаю, что этот сезон прошел очень удачно, потому что это был мой первый сезон в составе сборной России по лыжным гонкам. Сейчас спортсмены отдыхают, однако уже с середины мая начнутся сборы и подготовка к следующему спортивному сезону.